Какой прекрасный вид из окна. Такой можно увидеть только на студии. Ванна на улице. Да, тут мы готовим площадку к новой сцене. Мы находимся на втором этаже. Вот моя невестушка. Невестушка, помаши ручкой. Невестушка, помаши ручкой. О, красотка. Обожаю вот такие окна, обожаю. Всегда мечтала иметь дом, и чтобы окна были вот туда, наверх. Ночью лежишь, на звезды смотришь. Ну вот, одели меня в пижаму. И должна я сейчас валяться в кроватке. Вон в той, которая сзади. Ну, не знаю, мне очень нравится этот зеленый цвет. Мне очень нравится этот зеленый цвет. Мне кажется, мне очень идет зеленая. Под глаза, под волосы. Такая прям молоденькая-молоденькая. А может, я себе льщу. Когда видно монитор, и видно, как стать. Вот так страдающая мать. Режиссер и оператор. От зеркала у нас всюду рухается. Я не знаю, что все увидит, я просто... Це буде об'ємний кадр. І невісточка хоче помитися разом з моїм синочком. Боже, як красиво, натуралістично. Тишина на площадці, четверта сцена, перший кадр, дубль второй. Thank you, mom. You're welcome. What doing to here? It all sound fresh. Complete? В смысле, нам еще надо здесь отснять финал. Не, мы уже проговорили те сцены, которые остались. Давай. Да, это мы уже далеко от нас. Все. Мне нравится. Да рука-то, знаешь, тут у нас вот можно часть попы подрезать и... А, вот руку убрали. Да. Вот, прикольно. Это хорошее.